Кирилл, продай так же, как ты и Лене пытался продать вот этот продукт. Скажи. Коробочки полные должны быть, да? Или там... Не, не полные. Полные? Легкие. Там микрочип раз... только? Почему? Нет, раз вот у них все собрано, раз. Можно описать, что там? Дмитрий Творец, не подскажешь, что коллеги спрашивают про коробочки, наполнение коробочек? Ну, конструктор. Не, ну, а что внутри-то? Давайте откроем, посмотрим. Комплект готов, не открывайте. Надо? Они нарисованы. Ну, это начинка железа для робота. Да, да. Ну, то есть, как робот. Каждая коробочка, она что-то здесь нет. Они легкие по весу. Да, само железо. Да, то есть, вот дисплей здесь. А, понятно. Mm-hmm. Ну, то есть каждый датчик отдельно, но стандартизированные коробочки одинакового размера. Ну то есть получается на базе Arduino, то есть элементы различные, из которых можно собрать вот. Это целый набор, да? Кирилл, ну расскажи, иди сам, ты уж меня знаешь. Иди, расскажи. В этом наборе там наводят все провода, соединения. Ну, то есть, это получается, как мини-набор с мозгами, грубо говоря, а это дополнение. То есть, вот это обязательно надо, а эти дополнения можно покупать? Нет, они все обязательный комплект. Просто он сделан так, чтобы, ну, то есть, собирать. Для каждого занятия достаешь, там, что это нужно. А все, что там внутри, оно вот представлено, вот, вот, в углянном, в этом пластике. Там все видно. Просто это для школьной, но очень удобно. А это презентация. А если для твоей же группы центра оснащения современным сейчас сколько он стоит? 12 тысяч? Вот этот 16 стоит, этот где-то в районе 19. Ну там он в комплектах идет. И там обычно 10 таких идет ресурсный какой-то комплект. С такими вот наполнениями. Ну вот базовый комплект тоже можно создать из него. Вот этот стандартный робот. Ну и плюс, соответственно, вот уже используя оборудование Смита, здесь практически можно сделать. Вот кормушка для рыбок. Это вот Кирилл. Стекло уже полностью вырезается. Ну? Угу. А вы из какого города? Из Москвы? Нет, Пенза. Ну как вы, коробку снимали, не видели? Там написано на коробке у нас на каждом. Сделано в России, Пенза. Угу. Хорошо. Ну вот, на базе, наверное, вся на базе технопарка. Угу. Они там находятся. Что, у вас сайта нет, что ли? Нет, наоборот. А что так? Печально-то. Без сайта. У нас есть это, общий портал новаторов, там у меня склад есть. А, ну, указывать надо, печатать. Печатать адрес. Адрес. Вот, у нас вот есть. innoterra.ru, да? А, понял. Там вообще больше. Спасибо. Ты не поверит. Понятно. Мы будем дискутировать сейчас. Thank you.
Много выпуска. Фотография. Да, комитет или просто 50. Экономического развития, финансы, комментарии возьму. Печатают углепластиком. Угу. Чем? Чем? Углепластиком. Углепластиком. Да. Угу. Пластик и углеродные волокна. Угу. Получается деталь композитная, которая где-то в 15 раз прочнее и жестче, чем те, которые на пластике на обычном печатают. Угу. Очень хорошо. А дорого? Ну, пока еще на стадии опытных прототипов, поэтому стоимость. Ну, в принципе, технология должна быть не намного дороже обычной пластиковой печати при серийном выпуске уже. Угу. Так, ладно, будем ждать, смотреть. Скоро машины печатать уже, да? Машины печатать скоро. Машины, ну, пока не печатаем. Машины печатают короткими волокнами, а у нас непрерывные. Поэтому у нас прочность выше. Но, правда, машину мы пока напечатать еще не можем, но все впереди. Тогда не печатаем.